как одному человеку раз за разом удавалось ускользать из-под вашего носа. Если вы увидели этого человека, защитите замки. Привет, ребята, сегодня у нас новый выпуск HalfMods, и сегодня мы, собственно, посмотрим, начнем смотреть небольшую квадрологию модов, карт, ну и модов и карт, так сказать. В общем, такая серия модов и карт называется The Mansion. The Mansion, в общем, сюжет про какой-то зловещий особняк, владельцем которого является G-Man. Вот так вот, там 4 карты, 4 части. В общем, начнем с первой. Она у нас 5-минутная, буквально короткая, потом вторая, и, соответственно, следующий выпуск будет посвящен, ну, и третий, и четвертый. Правда, все это не будет в одном выпуске, как здесь, но посмотрим, короче, ладно. Если они будут короткие, то мы что же объединим. Ладно, короче, погнали. Так, погнали. Так, ну, вперед, как говорится. Ну, погнали. Эх ты, ёб твою, нифига себе. Немноговато там этих снайперов. Чё-то их там дохренища. Понятно. Так, у нас кроме дробаша и монтировки вообще ничего нету, да? Да, дерьмо. Ладно, вперед. Будем прорываться прямо так. Какой кошмар. Жесть какая-то. Руки за голову, блядь! Ой, что это было? Упс. Понятно. Квиксейв невалидная. Я даже знаю почему. Потому что они у нас пиратки. О, черт. Так, дошел до того же места. Думайте, давайте тварим. Вообще, короче, это карта 2009 года. Про сюжет я особо ничего не вычитал. Да что за черт? Здесь, походу, какой-то триггер стоит, который взрывает бамбу, так сказать. Конечно, все прикольно, только что делать-то в этом случае? В общем, я что-то не помню, что это такое, но... Непонятная параша. Но я вроде нашел способ, как его пройти. Нужно просто перепрыгнуть и пойти дальше. Какое-то немного дебильное начало, на самом деле. Ух ты, ёб твою мать. Туда давай. Оп. И вместе туда. Прикольный момент. Дам. Все. А это, кстати говоря, не просто какой-то коридор, это вход в подвал. Получается. Да. Прикольно. Бух-бух-бух. Так, ну ладно, мы еще слева не смотрели, что у нас там. Пойдемте позырим. Одинокий альянс. Одинокий комбайн. Бедняжка. Ну, видно то, что карта сделана новичком. Прям таким совсем новичком. Ну, все вроде прикольно. Единственное, пока что меня только. Мать твою, чем я занервировал, так сказать, это то, что. Вначале какая-то вонючая. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Короче, какая-то вонючая ссаная... Да что ж такое? Вонючая ссаная бомба какая-то взорвалась, непонятно почему. И непонятно из-за чего. Которую пришлось перепрыгивать.
Ну, попросту, короче, триггер обходить. Вообще непонятно. Ну ладно. Закроем пока на это глаза. Что-то они прямо в огонь зашли. О, это что такое? Замедление, ребята. О, крутой момент. Ох ты, ёб твою мать. Валим отсюда. Давайте. Бум-бум, светали, да? Слушайте, круто. Круто сделано, на самом деле. И мы как Макс Пейн такой. Yeah. А, черт, не успели, ну ладно. Черт с ним. Слушайте, ну, прикольно, прикольно. Твою же мать. Так, все, отлично. Всех вырезали. Почистую. Крутяк. Не, прикольный момент на самом деле. Убойный. А че еще за нах? А это называется, у меня текстуры не хватает. А, нет, смотрите, вроде все хватает. Кроме воды. Что-то вода глюканула. Не знаю почему. Может, что-то в настройках. Хотя ладно. Не знаю. Че за. Нафиг такое, ну ладно, погнали дальше. Как бы мы сейчас здесь не задохнулись. Йо, бля, быстрее, быстрее, быстрее. Режь его, бля. Ой, в задницу, дайте назад. Быстрее, 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 быстрее. Все, отлично. Блин, опять кислорода не осталось, а? Никак не могу привыкнуть, что в Half-Life, если включаешь фонарик и ныряешь под воду, то у тебя с двойной скоростью кончается кислород и энергия, так сказать. Странно, короче, как-то. Энергия, кислород. Здесь вообще вода глючно сделана. Кстати, смотрите. Вот обычный браш воды, да? Типа мы сейчас под водой. Но мы как бы дыхание сдержали, как мы как бы не в воде, не под водой. А... В общем, вода как бы есть, а ее как бы и нет. Ну, забагованно, короче. Это, кстати, может быть из-за того, что я на лицухе играю, потому что все-таки карта 2009 года, как говорится, много воды с тех пор утекло. Но если говорить нормально, то много обновлений вышло с того момента на лицуху. Так что вполне вероятно, что что-то это... Пошло не так. Надо было изначально ставить ее на пиратку. Тут на ноут скачал лицуху. Типа, чтобы поэлитней было, так сказать. Ого. Так, в этом доме только прятаться нельзя, потому что... Бля, он сейчас сломается. Ну-ка, дайте-ка попробуем. О-о-о-о! Ужас. Ужас. Да. Ну давай, избушка, спасай меня. Ай, ладно, понизим чуть-чуть. Короче, для глаза. Блин, может, хоть дверь не ломается. Можно за ней попрятаться. Бум-бум. Бля, 15 хп. О-о-о, все, пиздец мне. Все. Вонючая ссаная крыша. Ненавижу. Ух ты, блин. Больно, бля. Быстрее, 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 быстрее. Мочи, козла. Умирай, тварь. Все, последний выстрел, он труп. Ух. У нас главный герой даже оргазм испытал. Ух, отлично, крутяк. Ну что, давайте заряжемся тогда ракетой. Все, отлично. Ну что, приступаем тогда ко второй карте. Это типа...
вторая карта не является, ну, вторая часть, короче, не является продолжением первой, там просто место действия одно и то же. Тот же самый особняк, только он там улучшенный. И так далее. В общем-то. Так, ну что, вот, собственно, и вторая часть сейчас будет. Ладно, погнали. Кстати говоря, четвертая часть вышла относительно недавно, по-моему, года 3, что ли, назад, или 2, или вообще год назад. Вот. Смотрите, вот это тоже самый особняк. Только, как видите, здесь уже такая страшная атмосфера. Атмосфера, да. Хоррор, так сказать. Дарк амбиент и все дела. Крутяк. Ну ладно, начинаем наше приключение. Сюжет как такового тоже пока нету. Наверное. Надо почитать. Будет. Что-то не подсказывает, что нам не сюда. А, нет. Я выбираю лево. В общем, я там по-бырому зашел на официальный сайт, ну, официально на мод ДДБ, и нашел там сюжет этой мапы. Короче, у нас сюжет заключается в том, что нам нужно найти Джимена. То есть мы, короче, играем за непонятно кого, но мы прибыли в этот, так сказать, особняк только с одной целью — найти Джимена. Вот так вот. Написали, обыскивайте каждую комнату. И т.д. Здесь комнат много, про так и написали. И написали то, что играйте с огнями. Это типа с этими огнями. Это ключ. Для тех, кто не понял. Вот. Какая-то лестница никуда ведет. Элеватор, конечно же, не рабочий. Я угадал. Или нет, слушайте, может, он рабочий? Это же какая-то кнопка есть. Что она для виду? Но не суть важно. Слушайте, какие странные ящики. Странно. Может, из-за того, что я на средний поставил. Вернее, не я поставил, а не автоматом поставил. Просто обычные ящики не такие квадратные. И не такие низкополигональные, не знаю. Тут, видите, ребра такие должны выпирать. Они не выпирают, ну-ка. У меня, короче, почему-то автоматом настройки на средний поставились. Не знаю почему. Там поставил на высокий. Ладно, погнали дальше. Нашли ключик, нашли дробовик. Как говорится, к бою готовы. Там огонек мигает. Что тут у нас? Попахивает какой-то ловушкой. Кто здесь, сука? Хорошо. О, понятно. Дай бум, проваливаюсь. Нет, не провалимся никак. Да ладно. Здесь прям видно, какой ты. Что-то здесь открывается однозначно. Либо здесь что-то ломается, либо здесь что-то открывается. Странно. Ну ладно, пока забьем тогда. Пойдем дальше. Все равно ключ у нас есть, так что главный вход. Че это такое? Вместо дворецкого нас встречает зомби. Знаете, его прям в этот, в камин. Ну-ка. Зараза. А, черт, не получилось, промазал. Кот пошел. Хотел прям в камин в этот завернуть. Руська, прыгай. О, почти получилось. Почти долетел. Чуть-чуть не хватило. Мешок с игрушками. С подарками. Зачем ты меня убил? Что же здесь натворил этот педофил? Пирога педофила. Джимен же педофил, правильно? Я думаю, это все знают. Вот. О! Нифига себе. Вот я говорю, пирога педофила.
Джимон, это очень страшный человек. Мужик, ты как? Так, ладно. Здесь у нас нет ничего. Ни вентиляции, ни этих. А, не, смотрите-ка. Есть шкафчики. Так, ну давай, открывай последнюю дверку. Че у нас здесь? Нету. Пусто, пусто, пусто. Пусто. Короче, везде пусто, почти ничего нету. Я так понимаю, какие-то ключи должны лежать в таких местах. Наверное. Опять же, наверное. Бум. Приятная атмосфера, кстати, такая. Довольно-таки. Не очень-то и жуткая. Скорее, какая-то тихая. Даже лягушки квакают, представляете? Слышно, как лягушки квакают. Это так успокаивает. Не знаю почему. Лягушатник, наверное, я. Здесь тоже ничего нету. Есть какой-то трупак. Очень много трупов. Очередная дверь. Так, ладно, продолжаем. Закрыто. Ни хрена себе текстурка. Обалдеть. Какая-то дьявольская дверь. Там, наверное, за ней Джимен сидит. Поджидает нас своим чемоданом дилдаков 30-сантиметровых. Рип. О, это что такое? Зачем? Это картина. Зеркало. Стекло, вернее. Это типа, наверное, автор хотел так зеркало сделать. Не знаю, правда. Зачем? Рип. Класс. А, смотрите, это реально зеркало, видите? По идее. Если бы сейчас была моделька Фримана, то она бы отображалась. Ну, то есть, видите, там даже фонарик, ну, короче, видите, да? Понятно. Так, значит, нам не сюда. Пойдемте сюда, в ту сторону. Бум! Ух, нифига себе, куда он улетел. Хэдкрабец. Кстати, патроны кончаются, зараза. Что же делится? У меня другого оружия-то нету. Никто не предупреждал, что патрон так. О-хо-хо. О, ужас-то какой. О, еще один ключ. Блин, дайте патроны, изверги, а. Кстати, прикольный момент был. Я даже немного испугался. А, это тоже такая дверь. Обалдеть, сколько здесь дверей. Ну, в принципе, в описании карты так и говорилось, что очень много дверей. Так что исследуйте все, что можете. Ибо в одной из комнат сидит Джимен. И ждет вас с распростертыми чемоданами своими. Блин, опять закрыто, а? Да, бум. Так, скорее всего, так, да, сюда получается. А, нет, здесь же нет дверей никаких. Значит, туда. Закрыто за... А, блин, стоп, я же здесь только что был. Так, а куда идти тогда? Так, пойдемте, сходим в уборную. Или что это у нас там такое было? А, это не уборная была, это что-то другое. Короче, там, где дырка в полу была. Вот это. Вот это. Все равно никак не открыть. Бум. Он вообще взрывается, нет?
Крутяк. Ух, такая атмосфера приятная. Слышен звук ветра, квакушек. Квакушки, лягушки. Так, да направо, скорее всего. Ай, черт, здесь этот вонючий элеватор, беспонтовый. Может, как-то надо наверх забраться? Прям так, знаете, ящики стоят так удачно. Но только, зараза, здесь лестница ведет никуда. Смысл тогда ставить лестницу, если она вообще в никуда ведет? Странно как-то, короче. И веревка это качается. Крюк. В общем. Этот ящик вообще не бьется. Странно. А, патроны, патроны. А-а-а. Отлично. Это что? Зачем это здесь? Смотрите, короче, я начал совать кирпич. Пошли искры какие-то. Может, надо заклинить его как-то? Вон, берег. Ой. Ой, бля. Слушайте, я его заклинил. Смотрите, какая прелесть. Я сломал игру. Ой, пошлите отсюда. Пока у меня игра не крашнулась. И не послала меня куда подальше с своими выходками. Говорит, у меня колесо сломал. Она теперь сквозь стену. Так, куда? А, может сюда? Ну давай. О, отлично. Дьявольская дверь. О-о-о, барнаква. Бле. Дай. Призраки, призраки. Ужас. О, патроны, ключак. Я думаю, одну пачку стоит захватить с собой, выкинуть ее в главный холл. На пол куда-нибудь. На видное место. Если закончится патрон, то можно прям подобрать. По зданию не гулять, туда-сюда не искать. Просто подошел, подобрал и пошел дальше. Вот так вот, хоп. Так. Теперь, скорее всего, надо в ту деревянную дверь идти. Ну, то есть, сами видите, какой мод такой, типа, знаете, в стиле ходи туда-сюда, открывай разные двери и следуй, типа, да? Ну, и иногда изредка пугайся. Изредка, опять же, да? Нифига себе, слушайте, а что они так быстро убиваются? Я что, на легком играю? Да нет, вроде. Странно как-то. Чё так мало хп? Обычно на эту срань ядовитую требуется как минимум... Не знаю, ну 8 залпов точно. Странно, короче. Ну ладно. Вот, давайте, давайте посчитаем. Раз. Два. Три. Четыре. Вот и все. Как ты смеешь? Библиотека! На, бля. Ленина тебе, Ванус. Чё-то здесь вообще ничего нет. О, отлично. Открыли дверь. Здесь ещё можно скрыть с этот... Как его? Ой, чё это такое, смотрите. Это чё? Какие-то красные эти, может, типа глаза. Типа страшно, не знаю. Бум. Обалдеть, сколько их здесь. Жесть. Ура, я всех убил.
походу, главное место, где сидел Джимен. Раскинул свои ноги, такой подумывал об уничтожении мира, или не знаю. Кто он тут вообще, злодей? Или мы играем за злодей, непонятно. Так-то понятно, что он не очень хороший человек. Обычно Джимен это злодей. Во всех модах, по крайней мере. В большинстве, так скажем. Не во всех, но в большинстве. Вот нам, скорее всего, сюда. Отлично. Ну чё, погнали. Ого. Красиво, кстати. Реально красиво. Атмосфера реально приятная. Особняк, конечно, просто большой. Реально огроменный, не знаю. Кого мы откопали-то, а? Слушайте, вот и все, походу. Вот и конец карты. Там стоит Джимен. Че, готовим свой дробовик. Ща мы вот двойным залпом. Видели, там даже мол. Ого, че такое? А если отойду? Че такое? Привет. Чё-то я не понял, что он сделал с пулом. Наверное, как в Обители Зла, знаете, там такой в первой части... А, нет, в третьей части момент такой, когда Элис там своей телепатией. Ну и что дальше? Давай, time to choose, мистер Фриман. Вот там, кстати, у тебя опять красные глаза. Ой, все, нашли. Умри, сука, тварь! Ладно, отлично. В общем, это была, ребята, вторая часть. Ждите третью и четвертую. Я думаю, все-таки получится так, то что третья и четвертая будет в отдельных выпусках, да? То есть, если здесь я как-то совместил, потому что они, ну, по длительности очень короткие, то там получится как раз-таки наоборот. Ну ладно, ребята, это была первая и вторая часть... Не знаю, как сказать. Ну, короче, скажем, серии модов The Mansion. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока, удачи. Вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока. До новых видео. Пока-пока-пока.